Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхнекамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17. И в эфире Win-Win-Zoom номер 161. Тема сегодня – траектория или как организовать велотур по Пермскому краю. Но не только. Спикеры Айсылу Акатаева и Варя Свиренко. vk.com, траектория.клуб. Клаб по-английски, да? Айсылу, Варя, добрый день. Добрый день. Айсылу в шлеме. Можно просто Аси пишите вы. Но уникальное имя и уникальное торговое предложение всегда в бизнесе важны. Есть у вас конкуренты велотуры в Пермском крае? Я не припомню. Ну, как таковых прямо велотуров организованных, скорее всего, нету. Есть какие-то между собойчики просто покататься. Да, то есть именно организованных каких-то выездов, которые происходят там с автосопровождением, с полным обеспечением туристов, такого нет. И мы можем сказать, что даже не только в Пермском крае, но и в целом по России это одно из уникальных предложений. Ну, да, у меня участвовали из велоклубов ребята, которые там или какие-то экологические акции устраивают, да, покатушки, как они называют. У вас профессиональные покатушки с палатками вместе. Что еще включено, кроме палаток и еды, и велосипедов, которые вы выдаете? Или, может, со своим? Мы на самом деле не выдаем велосипед. То есть велосипед – это личное снаряжение, и к нему достаточно все трепетно относятся и везут свой. Да, на самом деле должно быть свое. Но помимо велосипедов, то, что, чем мы можем обеспечить, да, каждого участника нашего велопохода, велотура. У нас есть машина сопровождения, либо автобус сопровождения, то есть в любом случае, если вы устаете на дистанции, вы можете в него запрыгнуть и продолжить любоваться всем этим из автобуса или из машины. И помимо всего прочего, он везет ваши вещи, то есть вы едете налегке. Этим мы отличаемся от таких труб, походников на велосипедах, у которых велорюкзаки больше, чем там они сами иногда весят. Вот. Помимо этого, у нас очень комфортные и уютные кемпинги, то есть у нас в кемпинге есть биотуалет, горячий душ, повар, который готовит нам там, понятно, еду. Вот, что еще? То есть мы стараемся сделать велотуризм максимально комфортным и подходящим для всех. С нами можно ехать с детьми, с людьми, которые там, не знаю, вообще практически никогда не крутили. Вот. Никогда не крутили? Откуда у них тогда велосипед возьмется? На прокат возьмут? У соседей, да. У друзей, у родственников. Ну, то есть, как бы, иногда друзья просто затягивают своих друзей, просто попробовать, это несложно. И вот так образовалась, на самом деле, вот та велотусовка, которая у нас есть сейчас среди постоянных ребят, это затягивает. Ну, у вас получается не просто велотур, а глэмпинг-велотур. Про глэмпинг у меня тоже были интервью, что в глэмпинге важен комфорт. Комфорта у вас достаточно, да, получается? Ну, это, наверное, у нас комфорта больше, чем в обычных кемпингах, но поменьше, чем в глэмпингах. Что-то среднее. Но в глэмпинге люди на одном месте сидят у озера, а вы, у вас озер много, да, в виде вида. У нас не только озера, да. У нас очень часто точки стоянок перемещаются по пути следования маршрута. То есть не так, что... Бывает и так, конечно, что мы остаемся на одном месте и из одного места совершаем радиальные выезды. Но это удобно, но там за 2-3 дня ты посмотришь все окрестности, и здорово перевести кемпинг, да, на другое место и дальше смотреть. Либо вообще мы каждый день переезжаем. Вот. Ну, про красивые виды, там у вас все в вашем сообществе есть. Покажите, кстати, у вас открытка есть подготовлена. Да, вот это вот у нас открыточка. Показываем озеро. Открытку. Это где стоите? Что за озеро? Озеро Увильды в Челябинской области. Ну, вот это наш последний велотур, который был сейчас. В июне. А в июле будут запланировано очень много, каждые несколько дней по Пермскому краю, начиная от Чердани, самый дальний маршрут,
И близкий до Кунгура, 100 километров, потому что там как раз совмещаетесь с этим, да, с фестивалем воздушных шаров. Верно. Расскажите, вот даже судя по вашему рассказу, организация, автобусопровождение, биотуалеты, это откуда все берется? У вас есть какие-то партнеры, если вы команда единомышленников, или вы все одновременно профессиональные туроператоры, и у вас партнеры есть давно уже? Ну, мы профессиональные туроператоры, на самом деле мы не новички в этом деле, и занимаемся велотуром, и вообще раскручиваем это уже порядка там 11 лет, то есть снаряжением и всем остальным мы обрастали за эти годы, то есть сейчас то, что мы организуем именно по Пермскому краю, да, это новое, но в целом у нас есть мощная база и инструкторов, и снаряжение, на базе которой, да, мы строим и все это делаем. То есть траектория – это не просто клуб единомышленников, это профессиональный, да, клуб туроператоров, которые просто еще одновременно умеют на велосипеде ездить, как вы лично. Да? А в чем трудность организации маршрута, в котором, ну, например, до Черда несколько сотен километров? Это 4 дня, в день по 100 километров, да, примерно надо ехать. Ну, нет, там, на самом деле есть день по 60 километров, 70, 80. Ну, то есть это плюс-минус всегда. То есть очень редко на велотуре бывает такое, что 100 километров за день проезжают. Uh-huh. Да, ну и для понимания, да, мы не едем до Чердани на велосипедах и обратно. А наш автобус забрасывает людей в Ныров, да, и маршрут строится там вот с Нырова, там через Красновишерск и в сторону Соликамска. И дальше мы снова не едем до Перми, мы садимся в автобус и доезжаем уже на автобусе. То есть, чтобы не ехать по манутной дороге, да, на которой автобус ездит, вы забрасываете в точку, и там уже все маршруты по лесным дорожкам, получается, да? Да, грунтовые, проселочные. Мы избегаем большого трафика, потому что это некомфортно и небезопасно. Вот я люблю гулять сейчас в Екатеринбурге последний год, да, по лесам, но в центре лесов мало, там парки, да, на окраинах, вот, и, соответственно, экотропа всегда лучше, но лучше, если она не асфальтовая, а грунтовая. Видимо, то же самое для велосипеда, да? Ну, для велосипеда, наверное, просто важнее, как бы, чтобы это было близко к городу, но при этом как бы интересный рельеф, там, с асфальтом его там меньше появится. Перепад высот, чтобы был, да, интересно, чтобы можно было катиться с горки и в горку пореже, да? Ну нет, есть целые направления, где люди ездят постоянно в горку. А лентяи это у вас есть на электровелосипедах? Нет, на электровелосипедах нет. Не пускаете? На самом деле не видим смысла особого. То есть у нас есть сейчас направление мототуров, да, которые мы развиваем, а здесь же сам интерес в том, чтобы совместить физическую активность, физическую нагрузку с туризмом. А электровелосипеды, они же как бы гибридные, то есть там они включаются, когда, например, слишком гора такая сложная, да, и нужно подниматься долго и муторно. Я про это. Ну, у нас не было еще такого опыта. Угу. В чем еще заключается сложность организации, чисто логистически, для тех, кто может хочет повторить ваш подвиг? Ой, все сложно. Ну, например, что пришлось решать вот сейчас по велотурам по Пермскому краю? Какие конкретные задачи? Ну, в силу, наверное, того, что мы в основном-то раньше водили велотуры уже большие, ну, то есть там вот мы в Дагестан съездили в мае до этого, ну, как бы они были двухнедельными и за пределы Пермского края. Как бы, наверное, по Пермскому краю там чуть попроще. Да, особых сложностей. Есть ли у вас какие-то локальные партнеры на точках, которые, не знаю, вот сейчас очень модно все эти авторские экскурсии там или... Все 5 органов чувств задействованы, много было интервью, чтобы там и покормить, напоить, спать, уложить, и, ну, в общем, все такое. Кроме велосипедов, что у вас там, какая развлекательная программа?
Да, конечно. Ну, то есть мы изначально выбираем локации для наших велотуров с тем условием, чтобы там была какая-то историческая составляющая, природные достопримечательности посмотреть. То есть мы сами являемся гидами, да, по Пермскому краю, но у нас также есть партнеры там в Оханске, которые могут, помимо всего прочего, еще покатать на яхте, на байдарке, провести экскурсию по Оханску, рассказать, где там откопали слона, ну и так далее. То есть, конечно, мы стараемся со всех сторон делать интересным, то есть не только про покрутить, но еще и узнать историю, еще и посмотреть красивые виды, природу, там, какие-то трекинги небольшие включить. У вас же, получается, много в течение месяца идет этих туров, мини-туров. Вы сами там катаетесь или у вас есть целая команда этих велосипедных, как их назвать, гидов, тренеров, да? У нас команда. Ну, и мы сами катаемся, в зависимости от маршрута. То есть мы распределились равномерно по маршрутам. Вот кто-то водит, кто-то другие. Но для вас-то важнее все-таки организация вот всего этого производства, чисто логистически, или все-таки еще и в поле тоже ездить и тестировать разные гипотезы с клиентами, так сказать, собирать фидбэк? Для нас очень важно быть среди клиентов, то есть мы не отказываемся от этого, мы наоборот стремимся участвовать во всех маршрутах по возможности, да, поэтому нам очень важно самим прокручивать эти расстояния, самим быть туристами. Ну, сформулируйте для нашей рубрики «Правила жизни и бизнес» нашу тему сегодняшнюю. Как организовать велотур чисто логистически, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы он был с элементами глэмпинга, с элементами авторских экскурсий. Ну, все, что сейчас модно и интересно, все, что народ любит. 1, 2, 3. Как организовать его, вы хотите услышать? Да. Еще раз то же самое, что мы обсудили, только очень коротко, в течение минуты. Это такая рубрика у нас. Люди запомнили информацию полезную. Мы все фишечки тоже не будем вам рассказывать, потому что считаем их авторскими. Однако, ну давайте, нужно, во-первых, быть увлеченным велотуром, велосипедингом и всем таким, то есть любить это. Нужно знать регион, по которому вы поведете велотур. Нужно уметь договариваться, иметь связи и уметь проводить вот этот ресерч перед туром, держать в голове все нюансы, начиная от питания, заканчивая логистикой, транспортными всякими штуками и прочим. И уметь хорошо коммуницировать с людьми, общаться — это самое важное в туризме. А самый-то главный секрет в чем, который вы не готовы выдать? Ну, это же секрет. С нами сегодня были Айсело Катаева и Варя Свиренко, vk.com, траектория.club. Наша тема — траектория или как организовать велотур по Пермскому краю и по России. Спасибо и удачи вам по катушках. Спасибо. Как привлечь инвестиции, где найти партнеров, как защитить свои интересы? Верхнекамская торгово-промышленная палата – надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17.